форум проводится для построения, собственно говоря, различных связей, как вертикальных, так и горизонтальных, именно в машиностроительном производстве, в позиционировании Удмуртии как удобной инвестиционной площадки для организации различных производств, в том числе машиностроительных. Именно поэтому в рамках выставки мы ожидаем участниками не только предприятия Удмуртской республики, но и предприятия, в том числе зарубежные. Форума на территории лагеря. Лагерь форума будет располагаться на территории спортивного комплекса Чики. Посещение Волкинского, посещение Сарапула, то есть, соответственно, как бы, да, то есть... Согласован выполнение, процесс выполнения нормативных стран, скажем так... Специалисты, которые работают на предприятиях, едут сюда, даже не просто, это фактически командировка, хотя творческая, но это командировка. И она имеет свою цель действительно.